Хотел я жить мирно. Чем надо старости лет? В огороде копаться с грядками, блин. Но мне никак не дают. Копаться с грядками, потому что власть вынуждает это. Я вам расскажу мои наблюдения в тайге. Когда идет пожар и огонь подходит к муравейнику, он начинает потихоньку. Тут же первые муравьи кидаются, стараясь залить своей кислотой. Но они тут же погибают в огне. Но им на смену приходят другие. И глядишь, если огонь небольшой, они его тушат. Так и нам нужно поступать. А вы не видите, все похоже. Первые откинулись. Пожалуйста. Там Леха Кочегар, шаман. Первый шаман пошел. Но Леха, они вместе. Забазнов. Они первые начали страдать. Но власть всегда, они же криворукие, они всегда допускают ошибки. У них всегда только одни декларации. Блин. Как говорил Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот я обращаюсь. Это, может, кто услышит, может, у кого есть знакомые, коммерсанты, пускай сделают футболки, сейчас лето, футболки с портретом шамана. И это будет самая лучшая защита для него в данной ситуации. Что там? Полицейские потом раздевать нас начнут, что ли? Просто портрет отпечатайте на футболке и продавайте, люди будут покупать. И вот это будет самое главное его защита. Я прошу, кто меня услышит, пусть знакомым там коммерсантам, может и коммерсанты, которые услышат. Вот вам идея, понимаете? Вы поможете этим шаманам. Так что будут... Не надо думать, что каждый человек всесильный. Он не всесильный. Если так будут люди думать, демоны сильны. Нет всесильных людей, понимаете? Каждый определенную силу имеет, любой, даже Габышев. Почему он шел? Потому что он собирался собрать, присоединить к себе силу. Вот и власть поняла, что он может стать сильнее. Вот его и закрыли. Но они опять закрыли его, но они не подумали про то, что он превращается теперь в символ. Это еще хуже для них. Еще больше бед им грозит. Так что одумайтесь и выпускайтесь. Выпускайте его. Ваш шаг проигрышный. И выпустить нельзя, и закрыть нельзя. Но лучше всего его оставить в покое и выпустить человеком. У меня все. Всем добра. Всем не болеть. Всем сопротивляться. Или вы иначе потом по
пожалеет тебя. Когда будете уже стоять перед духами, вы потом поймете, что самый главный проигрыш в том, что вы были равнодушны. Не будьте равнодушными, люди. Просыпайтесь, все. Всем добра. Всем счастья, добрым людям.